В Якутск прибывают делегаты к стартующему съезду оленеводов. В рамках события пройдет гонка на оленях. Для этого из Оленька и Саскалаха привезли по 18 оленей. Из Авена-Бутантая 11. Самолеты с животными приземлились сегодня в аэропорту. Соревнования пройдут в эту субботу на Зеленом лугу и продолжение в воскресенье в ипподроме ЕГСХ в столице.